Меня зовут Алексей Козлов. До дрифта моя жизнь была связана со сноубордингом. Для нас сноуборд был спасением от улицы и от того, что она давала. Я думал, что сноуборд со мной навсегда. Но у жизни были другие планы. Мы тогда с друзьями посмотрели «Форсаж», «Токийский дрифт». И это сорвало нам голову. Вице-чемпион РДС Европа 2022. Человек, который на радость многих болельщиков и на мою лично вернул легендарный автомобиль на трассу. Спасибо тебе большое за это. Алексей Козлов! И это ты называешь дрифтом? Злые гонщики — это вообще основа дрифта.